Вот как без курева жить, Саня? Сань, ну? Как без курева жить? Да как, легко и просто, дядь Володь. Я все попер. От Быстровых тебе привет. А? И в баню на днях помчим. Понял, да? А? Привет, я не поеду. Пойду ветчины возьму. Ветчины возьму и колбаски. И колбаски. Долгов нету никаких? Нет. Никому не должен? Нет. Нора приучила. Без долгов жить? Ага. Правильно, раздавай, Владимир Иванович. А лучше не набирай вообще. Возьму, возьму курицу в понедельник. И утку возьму, суп сварю с мясом. Гороховый? Да. Рис туда, гречку, горох, лук, морковку. Ну пойдем, пойдем потихоньку. И чеснок надо ложить. Взять чеснока сейчас? Да сейчас зачем? Как возьмешь утку, так и чеснок возьмешь. А? Дай сигарету. Купишь сигарет, Владимир Иванович. Там тебе хватит. Здорово. Здорово. Привет. Здорово. Дай сигарету. У тебя же есть, Владимир Иванович. Где? А? Давай, будь здоров. Ага. Пойду я, мы сейчас свет там будем делать. Давай. Пойду к ветчины возьму и колбаски. И поеду. Редко уходя. Какая? Сузина. Она там? Да. Привет ей передавай. Ага. А ты заходил уже туда? А. Ну, а в понедельник, наверное, в баню чухнем. Доедем там, посмотрим. В парикмахерскую, если получится. Сделаем тебе бороду. Бороду сосредоточим. Бороду тебе сделаем, как положено, Владимир Иванович. Лезвие возьмем и станок возьмем. Все возьмем, все возьмем. Буду бриться, Саня. Ну да. Че она борода? Как только ешь, такая самая, она склеивается. Бороду мыть надо, Владимир Иванович. Ага. Ну, не забывай. Погнал я, давай. Ага, давай. Будь добру, друзья. Едем дальше.